Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. И Мирога Мики. Привет, друзья мои! Хочу сразу всех поздравить с наступающим Новым годом. Ведь Новый год уже завтра. Надеюсь, у каждого из вас есть настоящее предновогоднее настроение. Если же нет, не переживайте, оно обязательно появится. Плюс я завтра выпущу какое-нибудь интересное предновогоднее видео. И все будет классно. А так как сегодня 30 число, нам надо определить победителя нашего конкурса. Давайте сделаем это прямо сейчас. Для этого мы воспользуемся специальным сторонним сервисом, который выбирает пользователя рандомно. Давайте это сделаем. Для начала нам надо выделить пост с нашим конкурсом и скопировать адрес на него ВКонтакте. Выделяем и нажимаем «Скопировать». Закрываем и переходим на сайт, который будет определять победителя. Сайт называется bestrandom.ru, лучший рандом, как тут написано. И есть кнопочка «Конкурсы ВКонтакте», «Выбрать победителя». Давайте ее нажмем и выберем победителя. Как вы видите, я уже здесь зашел под своим логином, поэтому все будет классно. Вставляем адрес нашего конкурса. И есть здесь две галочки. Бросать жребий только владелец группы, нужно авторизоваться, но ее оставляем. А вторая галочка – исключить участников без аватарки и забаненных. Убираем, потому что мало ли вас забанили, либо у вас нет аватарки, это не мешает вам участвовать в конкурсе. Конечно, если выпадет какой-нибудь бот, это будет не очень классно, но давайте посмотрим. И теперь нам осталось только нажать кнопочку «Выбрать победителя». Ну что ж, давайте это сделаем. Ту-ду-ду-ду. 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 В общем, короче, жмем мы кнопку «Выбрать победителя». Нажимаем. Вот он, самый ответственный момент. И победителем стала Елизавета. Елизавета. Так, давайте теперь проверим этого пользователя. Перейдем на стену победителя. Елизавета Петкус. Lucky Star. Видите, она сделала репост нашего конкурса. Плюс она сейчас онлайн, и мы у нее прямо спросим, зарегистрирована ли она на YouTube и подписана ли она на наш канал, так как это является одним из условий конкурса. Отправить сообщение. Давайте напишем ей теперь сообщение. Привет. Вы победили в нашем конкурсе. Подписаны ли вы на наш канал? И отправляем сообщение, посмотрим. Мы получили ответ. К счастью, Елизавета была онлайн и ответила нам мгновенно. Как вы видите, она говорит, что подписана на наш канал на YouTube и прислала нам ссылку на свой профиль на YouTube. Давайте посмотрим, подписана ли она на нас. Нажимаем для этого на ссылку. Как вы видите, написано, что она подписана на наш канал. Плюс я уже проверил, она и подписана на нашу группу. И все условия конкурса выполнены, поэтому Елизавета получает фигурку Широхоши из One Piece. Если вы не победили в этом конкурсе, то не расстраивайтесь, вы обязательно победите в следующем. У вас будет еще много шансов что-либо выиграть. Просто оставайтесь всегда с нами, делитесь комментариями какими-то, своими мыслями, рассказывайте про нас друзьям и так далее. Чем нас будет больше, тем конкурсе будет интереснее, тем будут ценнее призы, как вы сами понимаете. Наша группа будет расти, и поэтому все будет классно. Давайте порадуем Елизавету и напишем ей, что она победила в нашем конкурсе. Вы победили в нашем конкурсе и получаете фигурку Широхоши и смайлик миленький. Вот так вот. На этом мы заканчиваем наш конкурс. Всем спасибо, что смотрели, всем спасибо, что участвовали. Не расстраивайтесь. Вы обязательно победите в следующий раз. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии, обязательно подписывайтесь на нашу супергруппу и так далее. Всем спасибо, пока! Пока!